Всем привет, меня зовут Кичугин Эдуард, и сегодня тоже будут ускоренные наброски, их будет 7, и это все про такую архитектуру, деревянную архитектуру. Один из тех концептов, которые я радостно разрабатываю сейчас, и делаю скетчи, прикидываю варианты, смотрю, как это все работает. А вы смотрите, если вам интересно также научиться, то берите и рисуйте одновременно со мной, это прикольно.
Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Кичу Гендуарт, и смотрите там внизу в комментариях. Да, ссылки на плейлисты, и там можно всякому научиться, ну, скетчить, как я. Если вам интересно, то welcome. Всем чао-чао, пока.